Итак, всем привет. У нас вчера вышел патч 2.0.5, а сегодня мы уже видим патч 2.0.6. Некоторые люди видят, что это 16-гигабайтный апдейт, но разработчики говорят, что это какая-то такая странная система апдейтов PlayStation 4. И на самом деле это маленький патч на 150 мегабайт. Это такой быстрый фикс, потому что после наката вчерашнего патча на сервера разработчики нашли критическую ошибку, что в Capture the Rooster гейм-моде пользователи, игроки стают невидимы, поэтому они отключили возможность этой аркадной игры. И эта аркадная игра должна появиться в определенные часы. Я так понимаю, просто у нас на сервере без дополнительного апдейта. Кроме всего этого, я еще увидел, что в аркаде появился все-таки Capture the Flag, который обещали они добавить с предыдущего патча. И, в принципе, на этом все. Я еще собираюсь сделать пару видео относительно патча и апдейтов с версии 2.0.5, поэтому если интересно, оставайтесь на канале, подписывайтесь, лайк, комментарии. Все, всем пока.